Якщо запитати мене, з ким я більш за все люблю робити інтерв'ю, то відповідь буде саме з музикантами. Універсальна мова музики мені найцікавіша. І рада вас познайомити з саунд-продюсером та музикантом Рождіном Манусім. Зустрічайте. Рожден Анусім – український співак та саунд-продюсер, перший викладач по вокалу, до якого він в підлітковому віці потрапив, сказав, що у хлопчика немає музичного слуху, але майбутній співак не припинив займатися музикою. У 22 роки став учасником проєкту «Голос країни» та дійшов до фіналу в складі команди Діани Арбєніної. Після випустив дебютний альбом «Правда», який приємно здивував музичних критиків. У 16-му році Рожден потрапив до фіналу національного відбору на Євробачення з піснею «Сатурн», де посів у фіналі четверте місце. Про участь у проєкті «Холостяк» Рожден розповів, що він прийшов на шоу для того, щоб створити справжню сім'ю. Хоча він довго вагався перед тим, як стати головним українським холостяком. Вітаю тебе у нас у студії. Здравствуйте. Рад прийти к вам. Дякую, що прийшов. Так, а що ж... Чому ти запізнився до нас? Розкажи. Це, мабуть, вагома якась причина? Просто, мені кажется, в последнее время я совсем не про шоу-бизнес, я больше про творчество, и сейчас пишу новый альбом, для меня это очень важно, поэтому я целыми днями на студии в музыкальном процессе. Мне кажется, что музыкант и артист в первую очередь должен создавать и творить, а уже во вторую очередь быть ответственным. Згодна. І в одному інтерв'ю ти сказав, що я набагато більше люблю музику, ніж всю тяганину навколо неї. Валакіту, якщо російською. Але ж ну, на інтерв'ю треба ходити, бо ти ж артист. Як же ж без всього цього? Так, да, ну я прийшов, все состоялось, все прекрасно. Я з вами сьогодні. Дякую, дякую. Як пройшов концерт в Паладіумі? І чи правда, що виступаючи на невеликих майданчиках, ти просто сідаєш на підлогу і пропонуєш слухачам зробити те ж саме? Да, такое бывает, но не всегда. Все зависит от атмосферы, от того, какой концерт, какая программа, что будет происходить. Концерт в Палладиуме прошел, я думаю, хорошо. Мне сложно судить по тому, что такое хороший концерт, что такое плохой концерт. Наверное, аудитория всегда, скажем, радостно меня встречает. Я не так часто выступаю для того, чтобы все просто пришли. Если люди приходят, они приходят конкретно послушать музыку. И я думаю, у них получилось, а у меня получилось для них спеть. Поэтому все в порядке. Є такий один шведський музикант Джей Джей Йоханссон. Він навіть на концерті обіймає своїх слухачів. Кожному глядачу він майже може потиснути руку. Дівчат навіть іноді цілує. Мені дуже пощасливилось бути в нього на концерті. Дівчата, напевно, на твоїх концертах теж зраділи би, якщо б ти зробив те ж саме десь. Мені, до речі, тоді я була здивована тим, як цей музикант ну, реагує на своїх слухачів. Це дуже так щиро і незвичайно. Як ти зазвичай общаєшся зі слухачем, якщо вдаватися до російської теж? Я думаю, это все происходит непроизвольно. Все зависит от того, что ты чувствуешь, какая атмосфера в зале. Действительно, были моменты, когда мы все вместе садились, и девушки в каких-то невероятных платьях, все были очень удивлены, и вместе пели определенную песню, потому что я считаю, что именно песня «Не стреляй» для меня такая больше не про то, чтобы, скажем, потанцевать, она именно про то, чтобы послушать, вникнуть, посидеть, одним словом. Поэтому мы сидим с моей аудиторией. Так, і я хочу показати глядачам, напевно, той хіт, з якого все почалося, це «Знаєш». Покажіть, будь ласка. Я не лягу під ноги к тебе никогда. Вот так, раненый сердце тобой, буду страдать. Я не знаю, что у тебя на уме, да я не хочу
за дикую радость, что даришь мне, не представляю, чем расплачусь. Знаешь, моя душа рваная. Понял сам, ведь разные части делят на два внутри тебя там. Мне надо бы стать умней и чаще молчать. Я просто привязал бы тебя к себе, чтоб всю жизнь целовать. Знаешь, моя душа рваная. Вже пройшло 6 років з того моменту, як вийшов цей хіт. Як ти змінився з того моменту? Що ти відчуваєш у собі? Мені кажется, 6 років – це дуже довго, це дуже багато. І, мабуть, люди, які вміють мислити, становяться, мабуть, глибше. Можливо, містами, де-то більш грустними, более тонкими, более ранимыми, потому что, мне кажется, со временем у человека он сначала становится шире, ну, не в прямом смысле, а в душевном плане, а, наверное, тогда, когда уже ближе к старости, наоборот, закрывается и становится более таким черствым, прагматичным, как мне кажется. Ну, как я заметил просто в целом. І, тобто, ти відчуваєш, що ти подорослішав і зачерствів? Я думаю, що я... Це хороший вопрос просто. За 6 років вот, я просто навіть не представляю, з чого почати. Просто це прям дійсно довго. Ну, дійсно, я якось, може бути, возмужав, якщо можна так сказати. Тому що я помню, що то время, це було якесь прям юношество ще, як я вважаю. Угу. Когда ти прям... Хочешь чего-то, пока не понимаешь чего, и просто делаешь что-то, потому что что-то очень любишь. Сейчас, конечно, я уже больше понимаю суть вещей, суть своего дела, понимаю ответственность, которая лежит на мне. Именно с точки зрения той лирики, которую я вкладываю в слова, ну, точнее, ну, в песни. И, в общем, в целом, как-то, что ли, более серьезно отношусь к музыке. І я процитую тебе, як тільки мова заходить про музику, я перестаю сумніватися, нервувати або переживати. Щоб, до речі, писати пісні, тобі потрібно страждати? Чи в тебе якийсь інший механізм? Що надихає на, саме на написання текстів? Тому що це хтось з мудрих людей сказав, що для того, щоб писати, треба страждати. Це не така думка не випадкова. Я не думаю о том, что нужно обязательно страдать, но приходится через себя что-то пропускать. Просто у нас такая приличная беседа происходит, что я признаюсь откровенно, что мне даже хотелось одеть костюм. Мне вообще кажется, что вот у вас в студии чаще бывают люди в костюме, и вы говорите на такие серьезные темы. Просто в жизни музыкантов все немножко более легко и свободно. Пока что мне трудно вот вести диалог, потому что тяжело расслабиться. Вот так. Окей, расскажи тоді про свой новый альбом, про что он будет, и сколько песен уже записали, над чем самое зараз працюешь? Это хороший вопрос по поводу нового альбома, каким он будет. Признаюсь откровенно, я не планировал его каким-то конкретным. Для меня очень важно все-таки вернуться обратно в творческий процесс в большей степени и постараться вложить в
что-то, что я чувствовал в этот период времени. А здесь как раз очень трудно понять, потому что был суперкоммерческий проект, суперпопулярный и очень, как это правильно сказать, достаточно конъюнктурный в целом, где есть конкретно, скажем, образность. И, наверное, это происходило так долго, эти съемки и все остальное, что мне, я, наверное, уже сам почти поверил, что я достаточно однобокий персонаж, который все время находится плюс-минус в одном состоянии. Потому что на проекте, если вы заметили, все происходит именно в конкретной атмосфере, в конкретном настроении. Там нет большого перепада таких эмоций. Ну, если не говорить, конечно, о девочках, которые должны плакать или должны суперсмеяться. И сейчас мне самому интересно, нахожусь ли я в той точке, да, в которой я хотел прийти все это время. То есть я начинал просто с того, что писал песни, потому что не мог их не писать. А на сегодняшний момент я вроде как артист, который вроде как находится в шоу-бизнесе, но при этом при всем я лично не являюсь, ну как бы не чувствую, что я часть этого всего. И мне приходится сейчас очень сильно сосредоточиться для того, чтобы понять, кем я вообще был, откуда я начал и о чем я хотел рассказать, кто я такой, да. И по этому поводу я даже приехал сейчас, я всегда пишу свои песни именно в Одессе, это такой некий, скажем, не все, но если речь идет об альбоме, о каком-то материале, я стараюсь вернуться в родной город, как раз именно для того, чтобы вспомнить те времена, когда я, там, не знаю, мог... когда я ехал в какой-то супер набитой людьми маршрутке и думал о том вообще, а чем я хочу заниматься в этой жизни. Это очень, кстати, важно, это очень интересный момент, потому что мы прорываемся через что-то, к чему-то движемся. И сейчас я прям живу на той квартире, в которой я специально приехал, там никто очень долгое время не жил, где, собственно, я формировался и рос, именно будучи вот в детстве, там, да, то есть в каком-то прям супер юношестве. Где, откуда, собственно, все и началось, где была первая гитара, первые три аккорда, которые я выучил, песня «Знаешь» и все остальное. Поэтому самое главное, что он, я очень хочу, чтобы он был искренен, настоящий. Я не хочу, чтобы он был похож на какие-то, скажем, современные веяния. Меня меньше заботит сейчас составляющая саунда, насколько он будет актуальный, да, то есть для нашего постсоветского пространства. Меня больше заботит сама лирика и вкус самого слова, которое будет там. До речі, коли я говорила зі своєю колегою про тебе, вона сказала так, це найбільш чесний та щирий артист, з яким я колись зустрічалась. Ось такий відгук. Зустрічалася, це як, ну, виділась, і не зустрічалася. Професіонально. Тут просто вся тема холостяк, зустрічалася. До речі, які питання тобі найбільш набридли? Це, напевно, стосується твоєї участі у проєкті «Холостяк», так? Я не думаю о том, что мне что-то конкретно надоело. Я абсолютно искренне говорю по поводу «Холостяка», потому что в какой-то период времени для меня было очень непонятно, как действовать, да? То есть должен ли я действительно убеждать людей в том, что и так очевидно. То есть мне всегда казалось о том, что все понимают, что шоу есть шоу, да, и о том, что люди в передаче «Взважене та счастливе» тоже кушают еду иногда, ну, то есть они не голодают все время, да. И точно так же по поводу шоу «Холостяк», то есть, да, то есть это очень большая часть шоу. И я очень удивился тому, что многие люди восприняли это как-то слишком буквально, скажем так. Мне не интересно ходить в холостяках, да, то есть с точки зрения там, я знаю много других холостяков, которые были до меня, я был восьмым вроде, и вот так, я их встречаю где-то, они мимо проходят, я поворачиваю голову, понимаю, вот холостяк идет. То в моем случае я все-таки артист и, как бы, скажем так, действительно стараюсь чуть-чуть отстраниться от вот да, с самого проекта. Даже с учетом того, что для многих людей я открылся, да, то есть как артист именно с этой передачи. То есть я прекрасно понимаю, да, то есть, что, например, тот человек, кто музыкой не интересовался, да, то есть не заходил в интернет, не смотрел, что происходит с музыкальным рынком Украины, то действительно я для него не был известным или популярным или каким-то значимым, потому что
Я не плачу деньги за то, чтобы меня показывали, и не плачу деньги, чтобы казаться для кого-то звездой. Я пишу песни для людей, которые любят музыку и хотят найти какую-то отдушину в чем-то творчестве. А що було найскладнішим? Я чула, що 16 годин зйомок – це нормально для цього проєкту. Це так? Безусловно, да. Это было очень тяжело. 16 часов, да, это было почти всегда так. А коли ж учасники сплять? В остальное время. Ну, вот они так и считают. То есть, вот они так и считают, что вот 16 плюс 8, 24, вот, собственно, 8 часов на сон, здоровый сон. Поэтому будьте добры, вот так жить. Тільки праця, тільки зйомки і тільки сон. Ну, мне кажется, что по мне сразу видно, да, что я такой некий бунтарь, то есть я редко стараюсь придерживаться каких-то определенных правил, которые были созданы для управления, да, то есть большим количеством людей, то есть я считаю, что я такая в этом плане, ну, единица обособленная, потому что я умею слышать и слушать. То есть иногда мне просто можно сказать, и я все пойму. Мне не обязательно придумывать 50 правил, чтобы я двигался вправо или влево. То есть я всегда пытаюсь понять вот смысл. Вы мне скажите смысл, я буду действовать в рамках и работать на этот смысл. А як думаєш, коли в прайм-тайм вже в Україні покажуть шоу, де дівчина вибирає собі з когорти хлопців самого-самого? Коли феміністки будуть святкувати свою перемогу? Тому що зараз, мені здається, це дуже такий патріархальний світ, де показують шоу «Холостяк», і це дивляться мільйони. Я ніколи не дивилась, тому що мене це дратує. Ось така ситуація, де саме чоловік вибирає собі жінку з групи дівчат. Ну, я не проінформірований по цьому поводу, скажу чесно. Твоя думка на цю тему. Я думаю, что это произойдет тогда, когда людям будет интересно на это смотреть. То есть, как сказать, ну, то есть, я думаю, что еще пока что подобной передачи не сделали, просто по той причине, что это же риски. Люди, которые связаны с медийным пространством, всегда опасаются рисков и никогда на них не идут. То есть именно поэтому все движется крайне медленно, потому что, ну, то есть я хочу сказать, это как каждая девочка знает, что у нее есть рабочий профиль и нерабочий профиль, ну, то есть, когда она делает селфи. Вот так и каждый медийный человек прекрасно понимает, где его рабочий профиль. Так вот, видимо, пока что еще не нашелся тот человек, который понял бы, что холостячка, шоу «Холостячка» — это как раз то, что он может сделать или она может создать, понимаете? И поэтому еще пока что не произошло. Розумію. І пропоную послухати ще одну твою роботу. Це буде «Роса». Покажіть, будь ласка. Будто бы сон, но нет, все реально так. Очень простой, очень банально, но сам себе враг. Прости за бессонницу, я не один, и ты не одна, но так хочется помнить тебя, знать, что ты там. Помнить тебя, знать, что ты там. Кто я тебе и что же ты значишь? Мне не понять, чем себе платят те, кто не в любви. А в чем же тогда я боюсь не молчать? Прошу, не молчи, говорить с тобой все, что у нас есть, все, что вокруг, все, что у нас есть, все, что вокруг. Помнишь, как пахнет?
Тож Ділан Мусій у нас у гостях, і ми дивилися тільки що його співпрацю з Аланом Бадоєвим та роботу «Роса». Розкажи, що було цікавого по ходу цих зйомок? Я думаю, что в целом для людей, которые не часто сталкиваются со съемками видеоклипов, было интересно все. Я не могу рассказать прям совсем подробно. Да, то есть, если вам интересно, что было интересно мне, так, то мне было, конечно, интересно покататься, да, то есть вот на матрасе. И, собственно, по песку. Ну, то есть этот процесс достаточно развлекательным, да, то есть действительно казался и был таким, таковым. То есть я развлекся не на шутку. Ну, то есть я не знаю, как правильно сказать, но для меня, вы понимаете, то есть это такая ответственность, когда тебе нужно как бы играть, да, то есть и при этом при всем ты просто весь в этом песке, ты ничего не видишь, ты уже непонятно чем дышишь, и поэтому, ну, скажем, это не слишком такая романтично. Нет, ну как не слишком романтично. Нет, романтично возможно вот как раз, а мне кажется, вот легко и как-то вот развлекательно вряд ли. Поэтому мне нравится съемка любого клипа по той причине, что это как некий челлендж. То есть, ну, знаете, челлендж, вот, когда там кто-то в ведро выливает холодной воды, помните, там, так, и так, все так. Это передают. Вот такая штука, на которую не каждый пойдет, потому что это непросто. Вот для меня, наверное, съемка видеоклипа — это что-то такого плана. Это очень непросто. То есть это фактически вот как холостяк 16 часов, да, то есть, но так вот это 22 часа как бы в сутки, где ты, потому что, ну, то есть очень много переработок. Иногда бывает так, что ты снимаешь 30 часов подряд, ты уже не понимаешь, где день, где ночь, что происходит. Поэтому это не слишком весело, скажем так. Але в результате тебе сподобався кліп? Я стараюсь не оценивать как бы свое творчество и творчество смежное со своим, потому что ну, это очень сложно, так можно загнать себя в депрессию. Ну, то есть, ну, я, скажем так, когда ты что-то делаешь, безусловно, в тот момент, когда ты это создаешь, тебе нравится. Поэтому ты как бы и отдаешь это дальше людям. Но ты же потом растешь, и фактически, вполне вероятно, через неделю после того, как ты его выпустил, ты сидишь, смотришь и думаешь, нет, надо было сделать совершенно все по-другому. Поэтому я как бы так. Ну, то есть мне нравилось тогда, когда мы это сделали, но сейчас, я думаю, у меня немножко другие амбиции. До речі, деякі артисти у погоні за популярністю роблять ставку саме на кількість переглядів YouTube. Що це, що ти думаєш з цього приводу? Я думаю о том, что людям всегда нужно чем-то мериться с друг другом. И они всегда будут делать что-то и создавать что-то для того, чтобы определить между друг другом, кто из них более, не знаю, востребованный или более классный. Но я могу сказать одно, что сейчас то время, когда это покупается, и, ну, это еще смешнее, потому что если раньше какая-то, например, симпатичная персона, являющаяся чьей-то женой или дочерью, покупала себе ротацию на телеканалах для того, чтобы все подружки считали, что она звезда, то вот теперь как бы нужно покупать просмотры на YouTube, чтобы люди думали, что ты звезда. Я не знала про таке. Я думала, що можна купити тільки лайки чи підписників у Інстаграмі. Я не знала, що на YouTube це теж те, що можна купувати свої перегляди. Да, вот в этом есть глупость, понимаете? Более того, ещё, ну, как бы сейчас такой момент, когда тебе нужно не только покупать этих, как его, просмотры. Тебе еще нужно купить подписчиков на твой канал и еще забить туда, купить комментариев и купить туда лайки и дизлайки. Для того, чтобы, ну, обычный там человек и потребитель, да, ну, то есть, который смотрит, да, там, этот клип, ему было внушено, что это уже так много людей посмотрело, а он что-то упустил. Что-то крутое. Да, и то есть, и он как бы смотрит уже: «Воу, так много людей считают, что это круто, может быть, я чего-то не понимаю, и мне стоит прислушаться к этому».
Ведь у нас у всех есть в крови такая маленькая штучка, мы же все хотим быть модными, мы все так хотим успеть быть со всеми вместе, типа, у меня тоже с вами, я тоже, мне тоже нравится вас, ну, понимаете? И вот это работает таким образом, что вот ты покупаешь какое-то количество подписчиков для того, чтобы потом это количество подписчиков завлекло другое количество подписчиков. Вот такая глупость, понимаете? А сколько коштует миллион переглядов на YouTube? Ты знаешь цены? Миллион? Ну, я думаю, что миллион будет стоить, ну, может быть, тысячи три долларов. Всего? Да. Потому что помимо миллиона тебе нужно еще, да, как бы, я же говорю, комментарии купить. То есть там есть, понимаете, эти люди, которые этим торгуют, они создают некие, знаете, это у нас называется пропозиция. То есть вот эти пропозиции, где туда входит определенное количество подписчиков, определенное количество просмотров, лайков и комментариев. И вот, допустим, этот как бы бонусом, как бы, оно все стоит там какую-то сумму денег. Более того, как бы, мне безумно смешно, когда очень много артистов, но они, правда, действительно, ну, как бы, считают своим долгом ежемесячно закидывать деньги вот на просмотр, как бы, своего клипа, да. Вот такая вот загадка. Дивно, а як слухачу зрозуміти, чи це чесна цифра, чи це просто накрутили спеціалісти з YouTube-мафіозного клану? Ну, це не мафіозний клан, це зараз просто... Айтишники. Якщо з'являється спрос, відповідно, обов'язково з'являється і пропозиція. Тобто люди ж хочуть, як би, яким-то образом, да, тобто, смахлевать. Поэтому появляются люди, которые готовы им в этом помогать. Mm-hmm. И это абсолютно mm-hmm. нормально. Какой был последний вопрос? Как понять, да, как отличить? Разумеется, так. Ну, во-первых, вот, например, да, вот есть группа, у которой, например, 60 миллионов просмотров клипа. Но при этом, при всем, как бы, ты там, вот рядом с тобой сидит человек, как бы, да, там, твой приятель, или твой одногруппник, или, я не знаю, фактически, там, может быть, твоя мама, которая постоянно дома, да, то есть, mm-hmm. Там, не знаю, как домохозяйка, скажем так, да, смотрит телевизор, там, и делает работу по дому. Ты задаешь вопрос, а ты знаешь такую группу? И тебе отвечают, нет, не знаю. И ты включаешь голову и думаешь, секундочку, если у нас проживает в стране определенное количество людей, да, то есть то, фактически для того, чтобы это количество просмотров набрать, ну, то есть каждый должен посмотреть, понимаете? А даже если не каждый посмотрел, ну, потому что не имел такой возможности, то как минимум каждый второй должен посмотреть по два раза. Ну, то есть одним словом, немножко задумываться, что если действительно цифра очень большая, то человек должен быть до такой степени популярный, что его имя должно быть на слуху, в принципе, everywhere, да, mm-hmm. то есть... По поводу комментариев, ты просто смотришь, если там подряд 10 комментариев, а-ля «Привет из Баку», «Привет из Туркменистана», «Привет из Азербайджана», «Привет из Канады». Ну, ты же, наверное, включаешь голову и думаешь, ну, неужели все действительно так мобилизировались и резко стали передавать приветы в комментариях, как бы, группе, которая, как бы, это сделала, да, то есть. Ну, одним словом, это все comedy club такой, да, то есть просто в реальной жизни. Зрозуміла. Хочу показати ще один твій кліп. Це буде «Пена». Покажіть, будь ласка. Не збирай себе до тих пор, поки ми вместе. Я твой тайний фанат. Прийми важную получить. Но если я потеряю тебя, от сердца в сердце мы прячемся по углам. Данным деньгам не найдем покой, пока ты дома. Зачем ты ходишь по пятам? Солнце, море, пена, мы. Ты ходишь по пятам? Солнце, море, пена, мы. Сейчас или никогда, но я сам по себе быть не привык. Закрывай все двери, но
Знаешь, там не верят, в нас не верят, небо. Я помню берег, я помню время. Зачем ты ходишь по пятам? Солнце, море, пена, мы. Ты ходишь по пятам? Солнце, море, пена, мы. У нас у гостях і подивилися тільки що роботу «П'єна». До речі, вичитали, що твій найулюбленіший музикант, він один, це Боб Ділан. І дуже люблю, обожнюю його цитату, що коли я дивлюся новини, то розумію, світом правлять ті, хто ніколи не слухає музику. І вже у фіналі, чому саме він, чому Боб Ділан? Я здивувалася, коли прочитала, що саме цей музикант. Бо коли слухаєш тебе, ну це не зовсім так очевидно, зрозуміло, що саме він. Просто я не из тех, кто пародирует что-то. То есть для меня, например, важно воплотить микс абсолютно разных нюансов, которые мне нравятся. То есть Боб Дилан, почему я всегда выделяю его? Потому что для меня всегда был важен смысл. Так как, конечно, он поет на английском языке, а у нас английский язык знает... Как там, почти не каждый знает английский язык, почти никто не знает, как сказал, да, известный деятель. Так вот, не каждый понимает, да, то есть лирику, которая там вовнутрь заложена, и тот смысл, ту глубину. Я всегда старался через более простую музыку передать что-то более глубокое и более большое. Я не уверен в том, что у меня это получается пока что, потому что Гребенщиков все равно побеждает меня все время. Я все время слушаю, думаю, какой молодец, как же ты так классно это сделал. Но понимаете, Гребенщиков для меня это как, ну, знаете, это как... Эверест? Нет, это как, ну, как учитель в университете. Ну, то есть, тебе, ну, как бы, он тебя учит, но ты же не должен говорить о том, что он твой кумир. Потому что, ну, как бы, до него добраться... достаточно несложно, он есть рядом, он как раз здесь и есть для того, чтобы тебе не приходилось до него добираться. Поэтому ты ставишь себе что-то очень высокое, находишь некую путеводную звезду, которая заставляет тебя к чему-то двигаться, каждый день просыпаться и ложиться с мыслью о том, что ты не бесполезен в этом мире и тебе чего-то хочется, а значит, ты живой. Дякую тебе за эту розмову. Бажаю... класного, крутезного альбому, який би слухала вся планета. Ого, спасибо. Так, Рождена Нусі, музикант, був у нас в гостях. Для вас працювала Саша Корінь. Прощаюся до завтра. Усім па-па. Пока.